яркие спецэффекты, но музыка хорошая. Я считаю, что сочетание чего-то тяжелого и чего-то, казалось бы, легкого, нежного, симфонического оркестра, это на самом деле очень круто, и это добавляет красок, это обогащает музыку. Нам безумно нравится. Вообще сам по себе оркестр это великолепно, а в таком сочетании это вообще что-то. Как будто побывал на живом концерте группы «Металлика». С детства ее обожаю, уважаю. Прям мурашки по телу. У меня вот отец всегда, ну, всю жизнь слушал «Металлику», и я вырос на этой музыке. Очень драйвово, очень круто, очень хорошо отстроено, симфонический оркестр слышно. Это редко бывает, когда тяжелую музыку пытаются комбинировать с симфоническим оркестром, часто звукари перебарщивают. Моей маме тоже нравится «Металлика». Сочетание симфонического оркестра и рок-музыки первый раз. Это здорово. Публика отлично принимает.